Основной проблемой жителей является несогласие передачи подвала дома в частную собственность. По их словам, данное решение влияет на систему канализационных труб и теплоснабжения. Жители затрагивали вопрос о непроведении общедомового собрания. Также отрицают его проведение при создании ОСИ. 18 июня 2021 года без собрания жильцов, как сказать, председатель влиял на выборы совета дома, ревизионной комиссии. На данный момент я вот говорю от имени жильцов первого подъезда. Мы, жильцы, обеспокоены и не согласны передавать в частную собственность подвал первого подъезда. У жителей также возникает ряд вопросов касательно прозрачности работы ОСИ. Вот поэтому мы протестуем против Салкенова, потому что незаконно все идет, собрание не собирает, смету никакую не... Опять вот полгода прошло, у него повышение сметы. Однако мнения жителей разделились. Я живу в этом доме 35 лет. У нас население от 225 до 300 жителей. Проводили собрание. На собрании были и Кошиченко Нина Андреевна, Боровская Ирина. Тогда при создании УСИ Салкенов получил множество голосов жителей. Он хорошо делает свою работу. Касательно отчетов, то они доступны для каждого жителя в конторе УСИ. По поводу накопившихся вопросов мы обратились к председателю ОСИ Канату Салкенову. Первое, прошлый год, вы как знаете, пандемия же была, так ведь было. На тот момент невозможно было проводить общее собрание, как вы знаете. В любом случае регламент не соблюдали. Мы проводили опросные листы специальные, когда было две трети собрали, зарегистрировали в органах юстиции. Касательно подвала, председатель УСИ также дал разъяснение. Был человек, обратился, он висит объявление. Он такой же, он обратился. Это на усмотрение жильцов. Никто тут не заставляет никого. После чего мы обратились в отдел жилищной инспекции. К нам обратились жители с жалобой на то, чтобы осуществить проверку. Была открыта проверка на данный УСИ, проверялся ежегодный отчет, договора, протокола собраний, также проверялась смета расходов, но все документы были в порядке. Если подвальное помещение арендуется юридическим лицом, то, соответственно, на общем собрании жильцов необходимо обговорить, за какую сумму данные подвальные помещения будут арендованы, для того, чтобы в дальнейшем эта сумма пошла на, скажем, какие-то виды ремонтных работ. Все решают собственники квартир. Вопрос о передаче подвала в частную собственность на стадии согласования с жителями. Как нам заверили, никаких незаконных действий против несогласных собственников жилого дома «Засядка 58» предприниматься не будут. Айнур Касым, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».